22 июня – День памяти и скорби. Дата, одинаково памятная для двух братских народов, стала стартовым днем для участников автопробега, организованного добровольными обществами содействия армии, авиации, флоту России и Белоруссии. Начальная точка маршрута – Поклонная гора в Москве, 10 насыщенных событиями дней пути, тысячи километров и встреча в сердце Бреста, в мемориальном комплексе «Брестская крепость-герой». Сегодня вот в Брестской крепости героев. Мы завершаем пробег по городам воинской славы, городам-героям, а также городам, награжденным вымпелом за мужество и стойкость. Этот город действительно связан с началом войны, и поэтому первый удар, который приняла Брестская крепость, оно действительно является началом поражения немецко-фашистских войск. Вот с Брестской крепости дух проявили себя, поэтому, может, и в целом-то и так вот и завершилось в конечном итоге. Посетить место начала войны и отдать дань уважения всем павшим, несмотря на усталость и жаркую погоду июня, стремился каждый из тех, кто преодолел весь этот путь, увековечивая память о Великой Победе. Нет слов, я в восторге, потому что увидеть места боевой славы, города-герои и, самое главное, отдать дань памяти нашим предкам, дедам, отцам. Я считаю, что это очень важно. А усталость? Ничего. Можно быть. Это ничего. Прибывшая колонна, в которой плечом к плечу ехали представители двух братских стран, как и 75 лет назад, объединились в священном месте. Для народов с общим прошлым и общим будущим такие встречи и мероприятия имеют особую значимость. Нельзя, чтобы историю великого подвига представители многочисленных национальностей была переписана в угоду времени. Отношения людей, они вспоминают, ради чего пробег, значит, почему мы вообще живем на этом свете, как случилось так, что мы победили, как получилось так, что очень много людей погибло, какой ценой было заплачено за нашу свободу, за нашу победу, вообще за нашу жизнь. Ну и, в общем-то, получается так, что пробег поднимает вот эти вот все вопросы, потому что забывать это нельзя. 16 гильз с землей из городов-героев и мест боевых сражений Великой Отечественной войны, привезенные участниками акции, были переданы в музей Брестской крепости. Эти крупицы земли останутся в сердце Бреста, как напоминание потомкам о Великой Победе, как память о героях-освободителях.